воскресе Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери Сину и Честнага, ей животворящего креста, святых славных и всехвальных апостолов, и живосвятых отца нашего Сергия, игумена Радуя Чудотворца и живосвятых отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийского, преподобного Венедикта, святителя Феофилоста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного князя Ростислава Михаила, святителя Евсхимона, исповедника епископа Лампсакийского, и же память ныне всех святых, помилует и спасет нас, яко благ человека любит.